Здравствуйте. Привет, привет. Как дела? Как настроение у тебя? Супер. Супер. Делали снимок месяц назад. Там сейчас у нас есть некоторые варианты лечения, и мы снимок с вами актуализируем сейчас, хорошо? Проходи, забирайся. Давай, залазь на диванчик. Полина, моя помощница сегодня. Мы с тобой с Катей уже знакомились, а вот с Полиной ты еще не виделась. Отлично. Носик делает у тебя глубокий вдох, выдох. Кстати, знаешь, Эльканта, я так и не дошел до этого мультика, чтобы посмотреть. Вы мне тогда с Катей про него так рассказали, очень интересно. Мы наблюдались с 3 лет в разных клиниках. И сюда пришли с негативным совершенно опытом для ребенка. Она боялась заходить в клинику, она не хотела слушать ничего про врачей. Пришли мы, потому что она очень попросилась к врачу, к любому врачу, потому что болел зуб. Мы выбрали клинику по антуражу. Позвонили, и девушка, я очень благодарна, я даже не знаю, как ее зовут, она сказала, что знает, какому нам нужно врачу, и сразу посоветовала Анатолия Константиновича. Мне было не очень удобно в этот день к нему ехать, я попросила другой день. Она говорит: вы знаете, я вам советую подстроить свои планы и попасть именно к этому доктору, он вам поможет. И сегодня у нас уже 4-й прием у Анатолия Константиновича. Ему уже возим рисунки, подарки. Уже посоветовали нашего врача родным и близким, которым предстоит показать ребенка для прививания положительного опыта. Мне кажется, сначала врач, детский стоматолог должен быть психологом, это я уже поняла, и для родителей, и для детей, потому что все остальное оказалось второстепенно. Мы поступали, наверное, неправильно, выбирая какую-то очень высокую квалификацию взрослых врачей, и не думали о том, что важно, чтобы клиника была детская, чтобы здесь было вот каждый пункт учтен, чтобы встречали аниматоры, чтобы здесь были игрушки, чтобы врач закладывал время на то, чтобы поговорить, на то, чтобы познакомиться с ребенком, чтобы врач знал, что такое там ТикТок, название мультиков, персонажей. Максимальное доверие между врачом и ребенком выстраивается. Если что-то не так, подними руку, я остановлюсь, он каждый раз останавливался. Мне кажется, это очень длинный, долгий путь выстраивания доверительных отношений, которые просто там в течение 20 минут я наблюдала, как ребенок максимально открыл рот, доверился. И с тех пор у нас нету никакой паники перед тем, чтобы сказать ребенку, что нужно приехать. Он с удовольствием ездит сюда, и вот сейчас она лечится, а я сижу здесь, не держу ее за руку, не глажу ее по ноге, совершенно спокойно, а младшая ждет своей очереди с аниматорами. Рекомендую.